Современные, технологичные, комфортные. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, в рамках нацпроекта образования строятся новые школы. Одно из образовательных учреждений возводится в селе Учкекемала Карачаевского района. Ученики и учителя с нетерпением ждут окончания строительных работ, чтобы получать знания в хороших современных условиях. Новый объект будет не только образовательной площадкой, но и здесь также будет возможность заниматься научно-практической деятельностью, творчеством, спортом, словом, для всестороннего физического и эстетического развития учеников. О том, как это сделано и что еще предстоит сделать, Алла Качиева, которая побывала в Малокарачаевском районе. На сегодняшний день весь Малокарачаевский район представляет собой одну большую стройку. Начиная вот с Красного Востока, вы были, там сейчас идет капитальный ремонт средней школы номер 3. В Первомайске новое строительство, это строительство нового дома культуры, не типовой проект на 300 мест, в конце этого года ввод в эксплуатацию. Вот этот объект, где мы сейчас присутствуем, это самая большая стройка по республике на сегодняшний день среди школ. Строительство того самого крупного образовательного объекта республики, про который говорит Исмаил Семенов, началось в январе 2022 года. Решение о возведении новой школы в Учкекене на месте 7, которая пришла в негодность, принял глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе своей очередной рабочей поездки в Малокарачаевский район. Учреждение было построено в 1959 году хозспособом. Мария Рамазановна Кубаева посвятила развитию образования несколько десятков лет. За эти годы 7-я школа стала ей родной. Это словами передать невозможно. Надо было видеть, когда начали фундамент, мы друг другу как сенсацию сообщали. А потом несколько человек приходили, смотрели. Потом вот работающие здесь знают, нас уже в лицо знают. 7-я школа в селе Учкекен имени Бориса Узденова будет рассчитана на 960 ученических мест. Строительство нового среднего учебного заведения ведется в рамках реализации национального проекта образования. Здесь будут актовые спортивные залы, современные кабинеты, уютная столовая, игровые зоны для продленки и библиотека. Все это для максимального комфорта и эффективного обучения детей. А пока ученики 7-й школы Учкекена будут получать знания в соседнем селе Первомайском. Объект планирует сдать в эксплуатацию в 2023 году. В этом году у нас первый этап строительства. По этому первому этапу строительства у нас на сегодняшний день выполнено около 56% работ. То есть блок, у нас 3 блока. Из этих 3 блоков у нас блок Б, уже второй этаж полностью омоноличен. Блок А, блок В, первый этаж полностью. Возводим сейчас второй этаж. И у нас блок А состоит из 2 спортзалов. И тут практически уже работа осталась немножко. Сейчас мы уже заполняем все проемы, все стены. И у нас, даст Бог, через несколько месяцев уже полностью переходим на отделочные и на отделочные работы и на монтаж всех коммуникаций. Также в Малокарачаевском районе активными темпами идет подготовка школ к началу учебного года. Во всех учебных классах идет косметический ремонт. Интерактивные классы, спортзалы, больше смахивающие на профессиональные комплексы, просторные кабинеты и безбарьерная среда. Словом, все условия, чтобы учебный процесс проходил на высшем уровне. А вот в эксплуатацию новой школы в селе Учкекен – это еще один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения в Карачаево-Черкесии. Власти уверены, что этот объект станет не только местом для получения знаний, но и площадкой для личностного роста, полезного досуга и культурного развития. Алла Качиева, Расул Вердеев, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.